Там уже зомби зажали кого-то на дереве. Вау-вау-вау! Ты кого тянешь сюда? Твою мать, это что за ходячие мертвецы? Нет, 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 Невер, ты что сделал? Давай, Сэм, беги. Я отстреливаю. А, нет, нет, ну только не это. Итак, всем привет, дорогие друзья. Что, не ждали? И да, это новогодние приключения, новый сезон. В прошлом году вам всем он очень понравился. И в этом году я решил выпустить уже новый сезон. Как видите, мы набрали уже людей. Это не все люди, некоторых нету, но это временно. В следующих сериях они обязательно появятся. Итак, тут у нас модераторы и другие мои челики из банды. Собственно, вот тут куча таких сундучков. И это не просто сундучки, это каждый. Это сундук каждого игрока. Вот тут ники всякие. Так, сейчас найду свой. Вот, кстати, сундук Даньки. Тут куча бухла, да, посмотрите. Так, и сейчас гляну я в свой сундук. Что у меня есть? У меня есть только пистолет с 5 патронами, каменный топор, каменная лопата и булыжник. Итак, чувачки, в чем смысл этого летсплея? Смысл этого летсплея — изучить локацию. Итак, тут будут ачивки, чуваки. Предлагайте ачивки в комментарии. Кстати, сборка это очень крутая. Ну, это моя обычная сборка, на которой много чего есть. Кстати, уже наступает ночь, и нам нужно будет ее пережить. Сейчас начнется самый экшен. Поэтому давайте быстренько срубим парочку деревьев и начнем уже делать саму деревню. Нам нужно будет сделать деревню, а также сделать много всяких фиган, чтобы пережить первую ночь, хотя бы первую ночь. Итак, у меня уже есть хоть сколько-то дерева, сейчас надо сделать хотя бы банальную коробку, чтобы пережить эту ночь. Потому что ночью, ох, нам придется очень несладкое. Так, что еще могу сказать насчет сборки? Так, я одно дерево оставлю, пожалуйста. Ох, черт. Насчет сборки, что могу сказать? Сборка моя личная. Также, возможно, потом сделаем так, что вы сможете тоже зайти поиграть со мной на этом серваке. Тут куча людей будет, как в прошлом году. Так, надо поставить факел, чтобы не заспавнилась тут хрень какая-нибудь. И быстренько уже строить хотя бы вот банальную коробку. Хотя бы на 2 блока. Хотя бы в ширину, ой, высоту на 2 блока. А также в сборке есть техника, оружие. Техники куча, вертолеты, самолеты. И нам нужно будет делать всякие там аэропорты, всякие блокпосты, прочую фигню. То есть будет очень интересно, чуваки. Вот. Также всякая атмосферная музычка, ну, которую вы сейчас слышите, в принципе, очень классно. И да, у меня теперь появились шейдеры, все выглядит еще куда круче. Так, блин, зомби, скелеты. Пока что это фигня, потому что сейчас только ночь началась, и волны только понабегут. Это пока что фигня. Нужно побыстрее уже все это застроить. О, ё-моё. Вот, видите, уже быстрые зомби. Быстрые зомби. Кто-то стреляет с револьвера. Это не я. У меня пистолет только. Особо тратить патроны я не хочу, потому что их и так мало. Думаю их тратить на каких-либо боссов и прочую фигню. Так, не, ну, о. Только... О, черт, меня убили. Ничего страшного, сейчас заберу свой лут. Так, вот видите, чуваки, ночью уже начинается жесть. И чтобы крипер какой-нибудь не сломал мои вещи, я их, пожалуй, заберу. Нужно срочно делать какие-нибудь машины и прочую фигню, чтобы... Блин, а то ночью тут происходит полная жесть. Ох, там уже кому-то хату взорвали, чуваки, уже начинается эпик. Поэтому нужно быстро идти домой строить. Так, сейчас давайте дорубим дерево и пойдем уже домой. Потому что, ух, ё-моё, сейчас будет вообще не сладко. Так, также сегодня пока что нет Лёхи. Это чел, который будет отвечать за ферму, за выращивание всякой флоры фауны. Да, его пока что нету. В прошлом сезоне вы все его так любили. Но на данный момент его нету. В сборке также присутствует Smart Moving, то есть это такая вот фигня, то есть когда можно ложиться, ползать. О, Сэм ко мне приполз. Ну привет, Сэм. Так, и сейчас надо сделать оборонительный пункт по-быстрому. Так, Сэм, сделай пол. Также у нас нет связи, это тоже прибавляет хардкора и интереса. Так, пока что сделаю дверку. Зомби, кстати, ее открывать, по-моему, не умеют.
Вот. Делают. Они вроде как не умеют открывать двери. Типа, если они умеют открывать двери, но это прям. Это уже сверхинтеллект. Так, давайте сделаем пока что самую банальную лестницу наверх. И по. Ох, ё-моё, тут кому-то хату разбомбило. Вот уже мы начинаем строиться потихонечку. А, ох, ё-моё. Бам, пристрелил. В принципе, у меня есть лук, и теперь я могу немножко экономить стрелы. Что, ну, типа, со стрелами проблемы. А, я Сэму выкину... У тебя лопата. Ему лопату выкинул, а он тут руками копает. Так, пол я сделаю, ну, как всегда, из булыжника, как в прошлый... В прошлых новогодних приключениях. Такс. Ночь пока что проходит нормально. Причем это только первая ночь. И нам еще повезло. Как это у него мясо? Какое мясо? Ладно, я сделал себе еще одну лопату. Надо также будет посмотреть, что происходит... Ой. Что происходит у других челов. И сделать себе шахту. Так, нужно Сэму скинуть стройматериалов, чтобы он пошел себе... Я не то сделал. Чтобы он пошел себе сделал домик, а то... Типа... Вот такая фигня. Также тут стоит мод Security Craft, это на всякие там блоки с, ну, всякие сундуки, двери с кодовыми замками. Потому что я помню, что в прошлом летсплее, ну, было не очень круто в этом плане. Потому что у меня воровали просто вещи. Кстати, что-то сейчас все пока что плавненько идет, что очень-очень странно. Воу-воу-воу. Данька пробежал... Воу. Пробежал мимо эндермена, и тот ему ничего не сделал. О-о, нет, я наговорил. А, там уже... Ничего, сейчас пойду, пойду помогу. Там уже зомби зажали кого-то на дереве. Это Фанни Гуфи. Это Гуфи. Так, Гуфи, я иду тебя спасать. Не ссы, братан. Сейчас тебя спасем. Давай, а ну отвалить от него. Так, Гуфи, 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 я тебя спасу сейчас. Давай. Все. Гуфи. Давай, давай, черт, вы зомби, откуда вы взялись только? Кстати, у Гуфи, по-моему, скин Рика Граймса. Ну, в смысле, не по-моему, это скин Рика Граймса. Так, в горах пока строиться нельзя. Это потому что такая ачивка мы придумали себе. То есть поначалу нам нужно возвести деревню внизу. А потом только уже заниматься чем-то другим. Тут, кстати, не докопали. О, твою мать. Черт, вы зомби. Воу-воу-воу-воу. Видите, как они быстро бегают? О, кстати. Тут можно, кстати, тоже возвести какую-нибудь хату. Сделать домик. И кто-то делает себе из снега, что ли? Прикольно. Из снега делает. Так. В принципе, вот что-то у нас уже выходит. Так, сейчас я дострою себе хату. И поставлю табличку, что это хата моя, чтобы сюда не заходили. Так. Все. Пометил, что это моя хата. Давайте повесим даже факел здесь. Чтобы точно уж знали, что кто тут живет. Ну да, по факелу-то определить. Так, надо Сэму скинуть строй... Не-не-не. А, Сэм. Делай себе хату. Я просто пока... Ох ты ж, ё-моё. Это что такое за ограждение из бутылок? Даня, это что такое? Нифига тут Данёк делает. Давайте посмотрим, что тут. О, Моррис себе наградил. О, спуск вниз уже. Ну ничего, можно, кстати, тоже сделать какую-нибудь шахту. И копать там. Так, пойду-ка снова порублю дерево и надеюсь... Ох, все зомби, кстати, идут сверху. Что очень хреново. Воу-воу-воу, это что такое за кости? Какие-то косточки. Это мы тут баловались до игры. Наспаунили скелета, а тут его кости. Ну ничего, оставлю их себе, мало ли пригодятся. Так, насчет саженцев. Надо их обратно сажать, чтобы они росли. Так, нет, саженец, ты пока мне мешаешь. Да ё-моё. Какие-то деревья тут высокие. Пожалуй, обратно посажу саженец. Так, ночь уже подходит к концу. Считай, мы пережили эту ночь. Уже, то есть... Экшончик такой, какой-никакой был. Воу-воу-воу-воу, паук. Так, воу-воу-воу. Не-не-не, отстань. Давайте затестируем лук. Нормально. Окей, так. Это башка какая-то. Так, я так и не дорубил, потому что паук мне помешал. О, уже рассвет.
Ну, отлично, мы дожили до рассвета, даже пережили его. Что не может не радовать, потому что, ну, это отлично. Так, я думаю, нужно уже заниматься каким-нибудь столом крафта оружия и прочим. А также сделать какую-нибудь беседочку и прочее. Ну, для нашей деревушки. Тут еще, как вы могли заметить, я уже говорил, что зомби очень агрессивные. То есть это реально, против них очень сложно будет выживать. Так, сделай, пожалуй, пока кирку деревянную. И сделай какую-нибудь общедоступную шахту, прям как... логика, ну ладно. Какую-нибудь общедоступную шахту, как в предыдущих зимних приключениях, новогодних. Чтобы все могли пользоваться. Чтобы у каждого в хате не было по дырки. Ой, сзади меня кто-то. Какой-то дядя Эндермен. Ну да ладно. О, кто-то уже строит себе хату а-ля... Это что такое, бля? Это что? Хату а-ля какой-то бунгало. И Гуфи, как всегда, строит хату а-ля... А-ля хата Гуфи. Так, сейчас надо еще срубить мой сундук. Потому что он мне точно понадобится. Еще надо повестить всех в чате, чтобы срубили свои сундуки. У меня еще в доме какая-то дыра из булыжника образовалась, и поэтому нужно ее заделать. Ну, это когда мне стройматериалов не хватило, бомжевал немного. Прям как студенты в России, да, это очень жестко. Так, кирка у меня есть, что еще нужно? В принципе, ничего, только стройматериалов немножечко. И сделаем пока что древесного угля. То есть накидаем вот так вот, и где-нибудь три штучки вот так. Блин, мне бы похавать еще, но жратвы у меня, увы, нет, кроме гнилой плоти. Ну, давайте потравимся немного. Как вкусно, нет. Половина прислушались к моему совету и сделали, ну, убрали сундуки свои. А я сделаю где-нибудь шахту. Шахту где-нибудь здесь. Ха, пацаны, у кого есть булыжник лишний? Копай! Копай, все на халяву Даня хочет. Так. А, хорошо, что у меня есть лопата, и я смогу себе прокопать... путь. А, вот самые проблемы в новогодних приключениях — это снежки. Снежки меня дико бесят, потому что они занимают просто весь инвентарь. Их надо еще куда-то девать, пихать. А, что не может не раздражать. Так, что-то я немного увлекся копанием, и так как эта кирка очень медленно копает, я хочу сделать себе что-нибудь получше. И также надо поставить сундук в доме и оставить пистолет. Пока что все выглядит как в обычном Майнкрафте, но, увы, это не так. Потому что совсем скоро начнется жесть. И нужно еще сделать топор, нужно сделать все инструменты, чтобы было удобно. Так. Сундук я поставлю вот так вот. И две печки. Бля, нет, они так не откроются. Тогда сундук я поставлю так, а так две печки. Стоп. Хотя, у меня есть идея. Во, так-то лучше. Кстати, по чату можно определить, что к нам зашел еще один игрок, и сейчас он, ну, Рейдс. Может, кто-нибудь помнит его с прошлых новогодних приключений? Так, тут я, пожалуй, открою и сделаю тоже одну ступеньку. Ну что ж, чуваки, живем, сундуки открываются, печки могут плавиться, и самое главное, мне нужно сделать какой-нибудь подвал. Ну, не подвал, а... мусорку, потому что, ну, куда это делать? Не, пожалуй, не здесь сделаю. О, не-не-не, окей. Ребята, если вам нужен снег, отдайте мне его. Хорошо, братан, сейчас я отдам тебе снег, держи. Блин, чувак, у него какая-то модель лаганая. Так, держи. Все твое, забирай, наслаждайся. И? Так, хорошо. Череп-скелет, это, конечно, круто, но нужно бежать домой. И есть ли у кого-нибудь... что-нибудь покушать. Прям, ну вот что-нибудь. Кстати, нужно еще за собой сажать саженцы. Сажать саженцы. Чтобы деревья заново росли. А то, получается, мы выкопали его, а как оно заново вырастет? Никак. Этим я, пожалуй, займусь. А также, когда зайдет Леха, нужно, чтобы он тут все понасажал, разобрался с флорой фауной. И. О, черт, паучок. Ну-ка, что будет, если выстрелить по этому милому паучку? О-оу, оу,
твою мать, да я ж пошутил, ну. Это травмат, отвечаю. Пневмат это. Ой, блин, ой, пауки побежали. Ух ты, что ж делать-то, открывай хату. Что ж, ох, бля, они вычислили меня по IP-адресу. Ребятки, давайте-ка не надо. Я помню, как эти пауки меня доставали в первых новогодних приключениях. Чёртовы пауки. Надеюсь, они мой лут не своровали. Ох, блин. Не, я больше не хочу. Не хочу с пауками связываться. Пожалуй, положу все в инвентарь. Так куда ты напал? Фу, чёртовы пауки. Как же я их ненавижу. Так, мне кажется, или под моей хатой тусуют пауки. О, блин, да что вам надо-то? Да пошли вы в жопу! Бля, я еще убился. Какие мстительные мрази! Ух, ё-моё. Да пошли вы! Блин! Прибежало семейство этих чёртовых пауков. Да пошли вы! Ну что я вам такого сделал? Они даже после смерти меня настигли. Да ё-моё! Что вам надо-то, пауки? Ё! Вы когда-нибудь такое видели? Отдайте. Не, чуваки, реально, вы когда-нибудь... Ох, ё-моё, давай, Сэм, убивай! Убивай этих мразей! Опа! Все. Ой, не-не-не-не-не. Нашествие свинопауков! Твою мать! Не, ну это, конечно, круто, но не настолько. Еще у меня лук почти сломанный. Пожалуй, положу. А, решил шахту покопать, называется. А, хрен там. Хрен там плавал. Так, возьму с собой булыжника еще чуть-чуть. Мало ли пригодится. Так, пока что шахта, ну, выглядит не как шахта, а как какая-то хрень. Но это временно. Ага, во. Оба. Деревянная коробка, да, сойдет. Спускаемся в шахту. Долгая тьма. Когда долгая тьма, чуваки, не ссыте. Долгая тьма скоро. И скоро ее, собственно, конец. Вот. Парни, у кого есть кирка? Бля, Даня, как ее скрафтить ее, да? Жесткий крафт слишком. Надо, кстати, пока что посмотреть. Вот сейчас докопаю и посмотреть, как у нас будут дела с деревней. Помогите сломать, плиз, булыжник. Когда Даня настолько пробухал свою голову, что он уже даже сломать булыжник не может. Честно, вот я сейчас копошусь в шахте, а вот если я выйду, да? Ну, блин, ну... Немного страшно будет, потому что там же ночь, там все такое. А мне не хочется встречаться с какой-нибудь мразью. Также тут я хочу поставить мод на всяких, помните, монстры всякие были ночью. О, уголь, ну хоть что-то. Хоть уголь. Хотя бы нашел уголь, отлично, прекрасно. О, и железо, джекпот. Джекпот. Хоть что-то нашел и хоть что-то будет на переплавку. Так, сейчас докопаю уголь и... Там уже жесть началась. Так, окей, все, я пошел домой, у меня уже 22 угля. Это вполне нормально. Так, нужно поставить в активный... У меня патронов нет на пистолете. Ух, ё-моё. Воу-воу-воу, не-не-не-не. Ё-моё. Я, пожалуй, домой, окей? Нифига тут взорвал. Ого! Вы посмотрите, это же нашествие пауков! Нашествие зомби! О, а еще и крипер. А! Нет! Нет, ну только не это! Нет! Черт! А, блин! Что же делать? Блин, придется снова хату застраивать. О нет. А, черт, еще досок ни хрена не осталось после взрыва. Хорошо, что сундук не разнесло. Ладно, чуть-чуть более-менее заделал. А, ничего, поставлю сюда и на 4 стороны. Блин, надо еще помочь ребяткам. Блин, поставлю пока на переплавку. Кто-то стреляет там. А, что бы переплавить? Лестницу можно? А, лестницу нельзя. А палку можно? А
А палку можно. Эй, где палка? Вот палка. Так. Как там сказать? Изыди нечисть проклятая. Ё-моё, снежками закидываешь. Так, Моррис и Невра. Ну-ка давайте поглядим, что... О, привет. О, чёртовых мертвецы. Воу-воу-воу-воу. А, хреново дела, да, Невр? А, блин. Можно шмот забрать? Забери. Что они тут... Ой, блин, не, извините. Ой, сорян. Сори, я... Блин! Твою мать, это что за ходячие мертвецы? Нет, Невр, ты что сделал? У меня же хп нет. Вау. Не, Невр, ты что? Это зомби-апокалипсис какой-то. Ой, блин. Воу, я прячусь. Блин, ходячие мертвецы в Майнкрафт. Ой. Невр, прости. Сори. Я не хотел, Невр. Извини. Твою мать. Быстрый зомби. Не-не-не-не-не. О, блин. Меня убили. Убили. Сейчас, надо обратно забрать вещи. Эй, ублюдок. Отхвати-ка снежка. Ой-ой-ой-ой. О, блин. У меня, кстати... Воу, у меня вещи Невра. Так, Невр, возьми меч. Так, возьми еще один. Что там у тебя еще было? Не знаю. Короче, надо возвращаться домой. Где моя толстовка? Да это пиздец, не толстовка. На, держи. Вот твоя толстовка. Черт, а серия такая насыщенная, знаете ли. А, на, откуси моего лука. Воу-воу-воу-воу, не-не-не, нафиг, я домой, все, пока. Не-не-не-не-не, нафиг. О, еловые ступеньки, отлично. О, на, держи снежок. Короче, насчет снежков, нужно вот их как-то сделать так и получить снег из этого всего. Главное, чтобы мне как-нибудь в спину сейчас не выстрелил скелет какой-нибудь хитрожопый. И я не упал прям в полчища этих голодных зомби, как говорит Фреддики. Так, а последний снежок, хоба, отстреливаем. Так, нужно отнести гриб... Нифига себе, грибочку. О-о-о-о! Упал прям на зомби, ё-моё. Так, короче, сейчас нужно все сложить в инвентаре правильно. Правильно, в порядке. Так, патроны возьму, на всякий случай. Так, лестница, факела. Так, возьму булыжник, потому что мало ли пригодится. И снег. И тухлую плоть. Божественный вкус. Так, побежали. Это кто там был? Воу-воу-воу! Ты кого тянешь сюда? Ё-моё, Сэм! Ты куда? Твою мать, что я сделал? А, ну давай, по одному. По одному, так по одному, давай. Эй, придурки, сюда! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да я ж пошутил, ну! Ай, да ты, блин! Ать, давай! Не, чуваки, вообще дикая серия, насыщенная, главное. Всякими событиями. Давай, перезаряжай. Давай, Сэм, беги. Я отстреливаю. Так, каменные кирки. Нужно сложить их, пожалуй. Блин, так. Блин. Надо отнести снег еще. Вау-вау-вау, да куда вы пошли все? Так, давай, в очередь. Это очередь за iPhone X. Такс, надо сейчас бежать к снежку. Блять, к какому снежку? А, к... Нифига он тут сделал, конечно, хату. Так, грибочек, на, держи. Есть у кого похавать? Да нет ни у кого похавать. Лёхи-то нету, а выращивать семена некому. Важно, что важно? А, важное дерево, окей. Рейдса. Ага. Ё-моё, что тут Даня устроил? Блин. Выпивку какую-то.
Ха, Лост умер от голода. Прикольно. Надо, кстати, найти хату Лоста, где он вообще проживает. Хочется найти. Так, тут у нас кто? Бля. Гуфи это... Гуфи! Ты что делаешь? Ты куда смотришь это, а? Ты... О, ну понятно, все с тобой, мужик. Не, пока, давай. Бля. Паукофил. Арахнофил. Не-не-не, с такими я не хочу дружить. Так, Морис тут уже с Невером сделали неплохой такой форт, а у меня все еще обоссанная коробка. Поэтому я предлагаю ее прямо сейчас улучшать. Сделать какую-нибудь платформу или типа того. Так, а платформу я хочу сделать вроде такой, типа, по бочкам, чтобы она была возвышенная. Возвышенная. Насчет кратера, тут чел написал, тут есть локация кратера. Сейчас как раз таки, о, день, опять зомби. И кратер я вам покажу. Ё-моё, я упал. Так, зомби сейчас сгорят. Ох, ты ж там... Там крипер, кому-то сейчас не поздоровится. Так, надо немножко дом застроить. Хочу сделать какой-нибудь блокпост. Так, черт, у меня кончился булыжник, но, по-моему, внизу еще что-то было. Во, булыжник. Надо идти в шахту копать. Ну ничего страшного, в принципе, покопать не беда вообще. То есть, покопать-то что там? Покопать-то не беда, а вот найти что-нибудь годное — беда. Так, насчет кратера. Надо сейчас побежать в кратер, посмотреть, что там да как. Сейчас покажу вам кратер. Челики тут уже даже вот выучили, где кратер находится. То есть, неподалеку есть вот такая здоровая хренотень. А чем-то напоминает кратер из The Forest. А там, кстати, еще куча дерева. Вот. Ну вы посмотри, он просто огромен. И тут есть всякие руды полезные. Вот, вроде железа, гравия тут всякого. Всякого угля. То есть, это вам кажется, что этого много, но это на первое время много. Потом этого будет очень мало. Очень мало. И придется копать пещеры. Впрочем, зачем нам нужно было... делать шахту, когда можно тут просто покопать. Но алмазов нам тут не увидеть, потому что алмазов здесь нет. Тут только железо да золото. И то золото, ну, бесполезное пока что. Нужно также заняться крафтом техники, потому что без техники нам будет очень проблематично выживать. Например, эта карта довольно-таки... Ну, она, конечно, меньше карты новогодних приключений предыдущих, но... Не хуже, потому что здесь тоже есть красивые локации, и можно много чего сделать на них. Так, вот, впрочем, вот такой большой кратер. Блин, ну это очень прикольно. И тут есть слаймики. Слаймиков можно поубивать, чтобы добыть с них слизь. Потому что слизь нам нужна для всяких я ловушек понаделаю из поршней. И там буду пытать всяких криперов, фигиперов. Они часто проваливаются в ловушки, потому что у них скорость большая по сравнению с майнкрафтовскими. А эти быстрые, как пули. Так, сейчас думаю, накопаю 30 железа и пойду домой уже. Накопаю 30 железа и пойду, сказал Нейзи, и накопал целый стак железной руды. А ко мне так и не накопал. Окей, можно, в принципе, уже возвращаться домой, потому что, ну, я накопал уже 64... железной руды, нужно еще сейчас накопать угля. Ну, потому что без угля жизнь вообще не та. И я пропускаю моменты, где я копаю, потому что это не очень интересно. Кстати, напишите в комментарии, что делать вот с копанием, да? Просто вырезать, либо ускорять, либо... Ну, либо так и оставлять. То есть я буду говорить параллельно копанию, и все. Так, нужно уже будет потихоньку сейчас выбираться. Так, много челов, кстати, уже в чате жалуются на того, что еды нет. Но, блин, Лёха, если ты слышишь, заходи, я тебя умоляю, сделай ферму, нам нужна ферма, я хочу ее показать. Показать, как кактусы растут, как растет вообще твоя пшеница. Ох, ё-моё. Слушай, а неплохое производство-то такое.
Так, ну, я сделал себе отдельную печечку. Я отдельную печь делаю. В принципе, да, неплохая такая идея. Типа, вот моя печка, тут я буду плавить. А то видишь, ты бьет меня. Взял, уебал. Прикольно. Не, впрочем, я не хочу здесь копать. Я, кстати, попросил кирку, потому что моя закончилась. Не хочу здесь переплавлять железо. Лучше я это сделаю дома. В своей светской атмосфере. Так, чтобы бежать, это нужно вот туда вот идти. Так, кстати, уже такой... Ну, неплохо так уже развивается наша деревушка. И, блин, свинопауки, конечно, немножко раздражают. Ёлка. Ну ладно. Надо еще заделать вот это вот безобразие и начинать уже обустраивать свой дом. Дамы и господа, прошу любить и жаловать, моя плавильня. Ну, из которой, правда, легко что-либо спереть. Кстати, под моим зомби... Под моим домом воет зомби. И мне это не нра... О, дядя, что ты тут забыл? Ну-ка, о, а лопатку мне отдай. Кстати, неплохое такое местечко. Сделаю тут, пожалуй, какой-нибудь оборонительный пункт. Нет, пока не сделаю, потому что тут дыра. Но какой-нибудь погреб я хочу все-таки сделать здесь. Вот. Такс, вот, собственно, каждый печек уже тут коптит. И у меня уже имеется 39 железа. А что из этого мы можем сделать? По-моему, мы уже можем сделать... А, не... Я не то делаю, господи. Ударьте меня, пожалуйста, по голове. Вот что мы можем сделать. Верстак для крафта техники. Ха, так. Я еще хочу сейчас заняться гаражиком. Но для этого мне сначала потребуется покопать немножко в шахте. Чем я, собственно, и займусь. Пока что... Ну, пока солнце не село, я начну делать гараж уже. Хотя нет, я это начну делать в следующей серии. А пока верстак для крафта техники я положу сюда. И надо делать что-то с едой, потому что... Ну, ё-моё, ну, у нас сейчас голодание. Дикое. Вместо этого я лучше пока что скрафчу какую-нибудь кирку. Или типа того. Там, кстати, кто-то уже взорвался. Скрафчу кирку. Думаю, меч. Ну и нагрудник. Ну и штаны. Ну и железные ботинки. Ну и железный шлем. И, в принципе, буду уже гонять в обычном железном шмоте. Кто стреляет? Ох, ё-моё. Так, что наша плавильня уже накоптила? Нормально так. Так, думаю еще расставить факелов по дому и наконец-то сделать крышу. А также думаю какие-нибудь что-то вроде заборчиков, чтобы можно было смотреть, что происходит снаружи. Ё-моё, Даня, ты кого притащил? Что, кто там копает, что? Ё-моё. Кто стреляет? Ё-моё, опять нашествие зомбей. А, ну и мрази же вы. Пошли хату. Да пока... Какая тут хата? Какая хата? Тут во... Тут война. Вот, вот что, что, что вот это такое? Вот видите, зомби прокопал ко мне вход. Ублюдок. Ты за это поплатишься. Так. Да умрите же вы. Так, чтобы... Блин, зомби, они любят копать. Очень любит. И причем это только начало. Дальше пойдет еще хуже. С каждым днем они все... Вот собаки. С каждым днем они все сильнее и сильнее. Нет, 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 нет. Твою мать. Черт. Надо свой лут забрать. Твою мать, нет. Он забрал мои вещи. Ублюдок. А ну отдай! Отдай мой лут! Сука! Он мало того, что спер мои вещи, так еще и просрался. А, ублюдок, ну какого черта я потратил вещи на... На... Блин, я потратил железо на какую-то херню.
А, нет, фух, ура. Ура, оно все выпало. Я уж начал паниковать. Так, сейчас я выйду им по голове постучу. Стучите у себя дома. Да ты что открываешь тут? Закрой. Так, нужно еще сделать вот что. Топор. Мало того, чтобы рубить этих ублюдков, так еще дерево копать. Убейтесь, просто убейтесь. Чего там раскапываете, ублюдки? О, типути, на! Лови свою стрелу обратно. А, что вы пристраиваетесь тут? А ну валите. Валите на все четыре стороны. А, блин. Ну и хреново же нам тут. Блин, они разрыли тут входы, выходы. Ну что за ублюдки? Ой, блин, ну на. Все, до свидания, я домой. Ну отпустите, нет! Нет! Бля. Да что тут происходит-то вообще? Мне забрать свои вещи и свалить домой. Все, больше мне ничего не нужно. Отвалите от меня с другим. Все, 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 я домой, пока. О, ура. Блин, я не все забрал, ну твою мать. Это что такое? Почему у меня кирка бьет молнией? Не, все, дом нужно делать толще и мощнее, потому что он просто, по-моему, развалится скоро. Ну серьезно, вы посмотрите, ну. Что тут происходит? Апокалипсис какой-то. Причем нам все это заделывать нужно, вот. Всю эту снежную бурду, которую они натворили. Поэтому я говорю, ночью тут очень жестко. Очень. Твою мать, они сломали мне дверь, ну ё-моё. А, черт, что мне еще для вас сделать, чтобы вы отсюда свалили наконец? Чертовы зомби. А. Все, все, я застраиваюсь, пока. Пока, аривидерчи. Твою мать, дом горит. Ох, ё-моё, это что такое? Кто поджег мою хату? Ё-моё, дом горит, реально. Все, пока, 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 все, я ухожу. До свидания, аривидерчи. Наконец-то я отвязал команду Тор от этой вот. И я, пожалуй, сделал себе железную дверь, потому что так, но это невозможно просто. И буду заходить через кнопку. Бон с кнопкой. Так вот. Ох, ё-моё, Сэм даже сюда пришел. Что тебе надо, Сэм? Не видишь, что тут жесть какая-то творится? Я тут проездом, да, вижу. Я тоже немного проездом. Да. О! О, морковь! Ура, морковка появилась! Ты закройся ты, наконец! Так, пожалуй, раз появилась морковка, сделаю клумбочку какую-нибудь, морковку поселю. Не, ну это ад. Ну вы посмотрите, ну что это такое? Так, ты, ублюдок, свали отсюда. Бам, минус скелет. Ё-моё. Ну просто жесть какая-то. Я, кстати, сейчас придумал одну отличную штуку на первое время, чтобы защищаться от зомби. Ох, ё-моё! Что ж вы сюда пришли-то, ублюдки? Что вам надо-то? Они печки раскопали мои. Да чтоб вы сдохли все. Блять. Пошли в жопу. Просто пошли в жопу. Они разнесли мою хату, как негры. Я не расист, не думайте, но ё-моё. Только негры вот так хаты разносят, когда грабить хотят ночью. Да сдохните же вы наконец, ё-моё. У меня пол хп еще, я пытаюсь отражать их атаки, чёрт. С бейсбольной битой. О, с луком. Умри, умри, нет! Так, ублюдки, о, кожаная броня. Так, нет, нафиг, все, все, я домой. Пошли вы в жопу, граждане. Фух, ура. Главное пережить ночь и, думаю, серию заканчивать уже, потому что дохрена снимаю. Так вот, собственно, что придумал. Сделать раздвижную дверь плотника, вот так она крафтится, а блок плотника крафтится вот так, значит. Так. Ага, сейчас наделаем. Так, аккуратно.
Опять мне разломали хату, ну ё-моё! Ублюдки, все. Наконец-то я сейчас сделаю хоть что-то, чтобы защищаться от этих подонков. Но, благо, сейчас уже будет свет. И мы наконец-таки... наконец-таки все эти ублюдки сгорят к чертям. Ё-моё, что они натворили с нашей деревней? Нужно просто сейчас застраиваться. Просто застраиваться. Заново. Реставрировать всю нашу деревню нужно. Ох, ё-моё. Пропишу-ка команду одну. Так. Все ублюдки сейчас горят. Нужно отдать еще Сэму или чей-то флэрган. Флэрган, короче, челу, которому... который это заслужил. Так. На, держи. А также поставить все на место. На место. А, так, плавильню я восстановил. Собственно, думаю, нужно заканчивать, потому что серия уже довольно-таки долгая. Долго идет. И вот, собственно. Сейчас мы будем заниматься реставрированием хат, прочего. То есть серия, думаю, вышла очень прикольно. Пишите, что выполнить в следующей серии. И, собственно, вот. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Надеюсь, немножечко подняли ваше новогоднее настроение. И скоро реально Новый год, так что давайте, чувачки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите хорошие, ну или плохие комментарии, в зависимости от того, понравился ли вам видос или нет. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.